такая, которая связана с судьбой каждого из нас. Исполнилось 90 лет. И по инициативе выпускников кафедры был создан проект и была установлена вот на корпусе, где он проработал многие годы, мемориальная доска. И прошу считать наше собрание, посвященное этому событию, открытым. Я прошу сказать несколько слов Григория Константиновича Балабана, вице-президента Медмаш-клуба, клуба выпускников, Валентина Трофановича Клименко. И, наверное, знаменательно то, что Владимир Валентин Митрофанович родился не просто в 18, а в тот день, когда мы из года в год отмечаем День металлурга. То ли в этот день, то ли на день позже, как это случилось в этом году. Этот человек, который вокруг себя создал школу, создал группу людей, которые, наверное, пользуясь его жизнью, его учением, его, которого не просто любили, которого обожали студенты, которые, с одной стороны, уважая и боясь, но в то же время знали, что всегда он поможет, всегда даст, даже отвернется, чтобы ты мог посмотреть в первоисточник. Но в любом случае он поймет, рядышком сядет и сразу за 2-3 слова, сказанных тобой, узнает, то ли ты понимаешь то, что ты переписал, то ли ты знаешь все это дело. Я последний раз, когда видел Валентина Митрофановича, это было на нашей встрече. Так в жизни случилось, что именно Валентин Митрофанович стал для меня своеобразным крестным отцом в науке. И молодого неоперившегося студента руководил дипломным проектом моим, затем учеба меня человеком, эстафету от которого я принял и в меру своих сил и способностей пытаюсь, в общем, сохранять тот ритм движения по жизни, который был заданный. В свое время, придя работать в Донецкий политехнический институт, активный ученый с большим именем, авторитетом, сумел за относительно короткий срок создать здесь научную школу, авторитет которой был известен далеко за рубежом Советского Союза. Но самое важное, что он делал, это он умел работать с людьми. И каждому он умел индивидуальный подход. У него была такая формула, когда иногда ученые между собой там за тему борются активно, он говорил так: дорогие мои, всем хватит места под солнцем. Так оно действительно и происходило. Он поддерживал очень многих людей, и благодаря его авторитету в мире науки было выпущено около, с ним работать до позднего вечера, и так именно во второй половине дня возникали душевные. Но в науку он пришел после 40 с лишним лет. Это тоже был сделан своеобразный подвиг, удивительный, талантливый путь восхождения на олимп науки. И вот, и он был признан самыми видными авторитетами, Павловым. И за это время он создал очень серьезную, активную кафедру. В составе родился в те дни, когда вся страна отмечает День металлургов. Это тоже есть отмет времена. Наша экономика трещит и трещит так достойно по всем швам. Ни одного шва целого нет. Но вот надежда на то, что разум победит, всегда помогала выходить из трудных положений Валентину Митрофановичу. Будем достойны его имени и нести в своих сердцах добрую память об этом человеке. Спасибо вам за внимание.